Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру «Черепашки-ниндзя-легенды». Так, забираем свой ежедневный приз. Это у нас Лига Сёгуну за 3 звезды. И мы получаем с вами $90. Блин, ребята, у меня почти 1000 баксов уже. И 23 PvP-монеты. Кстати, 23 PvP-монеты. Быстренько с вами бежим в магазин. Ну, во-первых, мы с вами открываем колоду, которую нам дают бесплатно. Так, сюрикены и $5 еще в плюсе. Неплохо. Так, и ребята по предметам. Тут, кстати, мы можем с вами взять морозильную кошку за 4000 сюрикенов. Но я этого делать не буду, мы и так накопим, я думаю, с вами. А вот насчет вот этой черепашки, да, пожалуй-ка я потрачу. Так, сколько у меня? 93. Берем с вами еще 3 ДНК. Отлично. Так, ребята, остается всего лишь один раз найти на него 3 ДНК, и он у нас будет в кармане. Замечательно, я думаю. Так, ну что, давайте заберем тогда реварты за задание, которое я уже выполнил, да? Так, поднять уровень персонажа, сразиться в боях, это все сейчас мы с вами сделаем. Ну, во-первых, как обычно, по стандарту мы ищем с вами морозильную кошку. Но также не забываем, что мы можем искать Макмана и Кейси Джонса. Так, ну начнем, конечно же, мы с морозилки. Так, иди сюда, и давай, ребят, попробуем. Ага, первая попытка провалилась у нас. Вторая удачно. И давай тогда третью удачную, пожалуйста. Третья тоже удачно. Ну что же, две удачные попытки из трех, это неплохо. И переходим с вами на поиски Макмана. Где у нас Макман? Где-то здесь недалече он должен быть. Вот он, ребята, у него 79 ДНК из 100. То есть нам совсем немножко осталось. И возможно, ребята, он у нас будет проапываться. Ну, опять же, все будет зависеть от вашего дальнейшего голосования. Любого персонажа, которого мы будем апать или повышать в ранге, ребят, я всегда даю вам право выбора. И, как говорится, чем больше проголосует за определенного героя, того мы с вами и будем апать. Ну что же, Макмана мы с вами нашли, и остается лишь Кейси Джонс. Кейси Джонс у нас где-то, ребята, я его случайно не пропустил, нет, вот он. Ой, у него всего лишь 26 ДНК. Но это мало на самом деле, хотя у нас есть 6 попыток на него найти ДНКшки. Так, уже 2 нашли. Ребята, 3 ДНК из 3 попыток, это вообще шикарно. Смотрите-ка, как нам прет-то на него, а? Ёлки-палки. 5, ай-яй-яй, сыр. Точнее, пицца, ребят, закончилась у меня. Совсем немножко не хватило. Ну ладно, я не расстроен. Ребят, давайте забирать здесь реворд и поднять уровень персонажа. У нас сколько с вами мутагена? 12 000. У нас хватит на Микеланджело? По-моему, нет. Или хватит? Нет, ребят, не хватает совсем чуть-чуть. Ладно, слушайте, я, наверное, сейчас не буду пока, да, повышать. А начнем мы с вами, пожалуй, конечно же, с турнирной арены. Не забывайте, ребята, сегодня воскресенье. Завтра будет понедельник, там буквально до 2-3 часов дня мы еще можем с вами подраться. А потом все, финита ля комедия, будет конец недели. Будет закрыт рейд и будут нам выданы награды. Так что нам сегодня вот сейчас нужно прорваться. Опять же, я повторю, ребята, я не буду использовать здесь ни баксы, ни наши откаты. Будем проходить своими силами. И начнем мы с Ясао. Так, у него здесь 59 максимальный уровень, поэтому мы с вами будем брать где-то в пределах 50-х уровневых бойцов. Так, я возьму, наверное, здесь тигра, возьму Хана, да? Возьмем с вами, наверное, Армагона. И, ко всему прочему, Змейка Вьюн неплохо сыграет, я думаю, наверное, с Микеланджело. Нет, лучше с Бакстером Стопманом. Ребят, единственное, что я сейчас переживаю, как бы у них по инициативе не пошел перевес против меня. Так, ну что, вначале понизим защиту им всем. Так, и давай-ка еще раз вот так сделаем. Так, Шархан бьет. Ой-ой-ой, ребят, я забываю совсем, что у нас Сплинтер контратакует. Ёлки-палки. Слушайте, если сейчас у меня Бакстер Стокман буквально в ближайшие секунды не сходит, то мы сфейлимся. Так. Ай, да чтоб тебя. Так, кто там? Сплинтер. Сплинтер бафается, да? Хорошо. Бакстер Стокман, ты когда у меня будешь ходить? Ладно, это фигня, ребята, что он там Эйприл делает, хилит. Ну-ка. Так, смотрим, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет-нет-нет-нет-нет. Блин. Да чтоб тебе. Ну почему вот так, ребята, все время происходит? Ну почему, я спрашиваю?
Ну, не хватило же совсем маленечко, ребята. И постепенный урон висел на них. Но нет, по инициативе они все-таки вырыли. И шарханом не забомбили. Ну, вы понимаете, да, про кого я говорю? Про тигриного когтя именно. Да, ребята, фейл, конечно. Фейл у нас здесь получился. Ну что же, 77-я позиция. Господи, а я таких бойцов там задействовал. Довольно неплохих. Змейка Вьюн. И все-таки Бакстер Стокман на дороге не валяется. Так, ну что, ребята, давайте тогда мы, наверное, будем разбирать Макса. У него 60 уровень, это максималка. Тут тоже, в принципе, ребята. Но мне здесь не нравятся кролики. Мне не нравятся кролики, они больно мощные. По мне так лично. Так, на чем брать вот этих вот персонажей и, наверное, Паукуса. Слушай, я рассчитываю на уворота от Микеланджело. Я думаю, что он все-таки нам здесь поможет. У него инициатива должна быть довольно крутая, и он должен сходить первым. Так оно и получается. Так, ну что, крутит он свою танцполку. И, ребята, приступаем потихонечку. Не забываем, что здесь есть хиллер Леонардо. Так, это очень мощный удар, но он промахивается. Шикарно. Так, погнали. Слушай, нам нужно, ребята, как можно быстрее уничтожить Леонардо. Во что бы то ни стало. Но он хиляется. Да, ребята, он успевает все-таки, блин, накопить на отхил и сделать свое грязное дело. Так, Рокстеди, хорош тут... Так, хорошо, ребята, что у нас стоит все-таки уклонение. Они промахиваются по большинству счету. Так, я думаю, что пока не стоит нам делать хилочку, да. А, наверное, мы сможем с вами... Давай вот, наверное, вот этого, ребят, попробуем забомбить. Рокстеди, да? Ну, да ладно тебе. Так, а он сейчас... Он бросает волну, промахнись. Нет, он не промахивается. Хорошо, давай сделаем смертельный поцелуй. Минус. Так, Микеланджело, а кто у нас будет первым ходить? Леонардо собирается, ребята, сходить, я вижу. По... его инициативе. Да чтоб тебя, мы его пробить не сможем ведь, так? Скорее всего, нет. Ну, и сейчас он, наверное, он карайки достался. Хорошо, ребят, хилимся. По-быстренькому будем делать отхил, надеюсь. Ну, ладно, сгодится. Так, бомбим теперь из базуки. Вот это уже мне нравится, ребята. Леонардо, упади. Так, и плевок у нас пойдет в Микеланджело. Упал, и остается, ребята, лишь Рокстеди. Я думаю, что Микеланджело... Нет, не по плечу, к сожалению. Ну, а ты, Паукус? Так, ну, мы ему понизили защиту, и, соответственно, мы его сейчас, наверное, добьем. Ха-ха. Ладно, хорошо, вот здесь у нас, ребята, все получилось удачно. Все у меня выжили. Соответственно, мы должны где-то на 65-ю позицию, я думаю, должны прыгнуть. Так, проверим мою теорию. 65-я я голосовал. Эх, 67-я. Слушай, как-то мы долго так и медленно с вами поднимаемся, да? Я хотел, честно говоря, попасть в мастера. Я просто мечтаю об этом. Ну, давай, наверное, Кина возьмем. 58-й, 59-й, 60-го уровня здесь у него и не пахнет. И, думаю, возьмем железную голову здесь. Так, Кирби Бакстера. Возьмем этого. И, ребят, хочу взять Рокзара. Почему Рокзара? Потому что он первым встанет в провокацию. Две провокации он выдержит. Потом я, наверное, переключусь на железноголову. Но мне нужно убрать здесь, ребята. Блин, я даже не знаю, кого нужно убрать. В принципе, и Бакстер Стокман меня нервирует здесь, да. И морозильная кошка, естественно. Хорошо, давайте попробуем, знаете, что сделать с вами. Да хорош, ты еще масса... Ой-ой-ой-ой-ой. Конечно, хиляемся срочно, ребята. Так, давай бомбить. Попытаемся, ребята. Эть, чуть-чуть не хватило, кого нам убить? Давай морозильную кошку попробуем, наверное, вырубить. Эх! Вот, ребята, вот это просто невезуха. Я не знаю, как это еще можно назвать. Ну, давай тогда крикнем на них, что ли, разочек. Так, ты, Рокзар, главное, держись у меня. Теперь нам нужно, да тут всех нужно, ребята, по идее, убирать. Но я все-таки, наверное, морозильную кошку попробую чикнуть. Так, постепенный урон, я думаю, что уничтожит. А, у меня, ребята, провокация закончилась. Господи, что мне нужно-то? Я даже не знаю, что мне нужно сделать, ребята. Мне нужно железноголову ставить в провокацию. Вот таким вот образом. Фух, пока, ребята, живем, пока. Так, Бакстер Стокман, ребята, на страже. Я чувствую, что он сейчас пустит либо волну. Давай-ка подхиляемся мы все-таки. Кирби здесь, как боец, он ни о чем. И попробуем наказать уже Стокмана. Так, остается лишь добить. Так, хорошо, что он просто ударил, ребята. Так, да чтоб тебе, что они такие сильные-то, а? Ползунки вонючие. Ну, ладно, ребят, давай попробуем добить. Угу. Теперь кого нам надо уничтожить? Давай попробуем Карайку.
Можно было, конечно, уклонение поставить, но зачем оно нам здесь нужно? Думаю, оно нам не пригодится. Так, Бакстер... Ой, Бакстер Стопман. Боюсь, что у Железной Головы скоро закончится, да? У нас провокация. И, я не знаю, давай подожгем, наверное, Микеланджело. Может быть, постепенку повесим. Так, отлично. И теперь... Все, ребята. К сожалению, провокация закончилась. И будет ходить Донателло. Если, конечно, успеет. А он успевает. Да чтоб тебе. Ну как так? Ну мне не хватило совсем немножко, ребят. Ну это... Что это такое? Ну почему так не фартит? Блин, ну я так хотел, а так хотел в мастера попасть. И, видимо, мне не судьба, блин. Опять же, тут два героя довольно отлично было сыграно. И, как видите, не получилось у меня. Раньше не получалось, потому что я всегда брал одного героя, да, мощного. Но теперь же их два было. И все равно мы в пролете, как мух в самолете. Ай, печалька-то какая. Ну что, давайте Мухаммеда тогда будем разбирать со злости. Я злой, ребята, как не знаю кто. Возьмем Криса Брэдфорда, возьму сюда, наверное, Зека. И... Так, ну тут-то, конечно, тут командочка-то будь здоров. Давай возьму Усаги и... Че брать-то, я не знаю. Ну давай попробуем через, ребята, через Рафаэля сыграть. На самом деле я хотел бы взять лучше Леонардо. Я больше чем уверен, что он с Вертухана бы просто всех наказал бы здесь. Так, бросаем бомбочку. Замедлялка, лишь бы на всех. Нет, ребята, не на всех. К сожалению, ставлю я дополнительную защиту. Хоть как-то здесь продержаться нам нужно. И провокация. Массовые атаки у кого здесь, давай посмотрим. Так, Донателло, да? Угу. Также и этот, ребята, может, как говорится, свой огнемет достать и поджарить. И на кого-нибудь да повесить. Ну что, давай смотреть, что у нас тут будет дальнейшее развитие. Ага, ставит защиту. Так, ну что, Брэдфорд получит свое. Так, давай попробуем бомбануть. Наверное, как всегда, ребята, ну видите, да, ничего не получилось у него. Нейтрализатор здесь просто ни о чем. Так, и носорог. А если мы вот так вот сделаем? Попробуем. Да, ребята, мы заблокируем его способность, поэтому он только может бить. Эй, тихо. Что за ерунда получается? Давайте хоть кого-нибудь положим, в конце концов. Еще пока никого не уничтожили мы с вами. И будет сейчас ходить у нас кто? В принципе, ближайший это Донателло. Но я, ребята, сделал... Нет, надо Донателло уничтожать. А почему, ребят? Потому что у него еще и осталось метание звездочек. Не забываем об этом. Так, носорог, пора тебе, наверное, отдохнуть. Дальше у нас пойдет Крис. Так, минус. И... Интересно, мы сможем положить... Давай попробуем Бибопа в зайчиковой, как говорится, шкуре. Эй, Усаги, елки-то палки. Ты меня немножко опечалил сейчас в данный момент. Провокация еще до сих пор стоит. Да что ты будешь делать? А так если... Да ладно тебе, серьезно что ли? Ну и добиваем Хана. Ух, слушайте, я немножко, ребята, был, ну, честно говоря, озадачен. Я думал, что нас все-таки здесь пробьют. Но нет, Мрафик выдержал. И какая позиция? 50-я. Ребята, мы с вами вот вокруг да около этого вот ранга с вами крутимся. Я не знаю, конечно, мне очень хочется потратить вот маленечко, ребята, вот откатиков. Вот совсем чуть-чуть, только для того, чтобы перейти в Лигу Мастеров. Но я не буду этого делать, потому что еще завтра. Потому что я на работу ухожу, да, сегодня. И завтра, когда я приду, я попробую успеть за этот промежуток времени попасть в Лигу Мастеров. Если я пройду... Мне, конечно, не обязательно это делать, но просто вот хочется для себя, ребят, на самом деле. Так, ну что, пошел разбор полетов. Сейчас у меня будут здесь бойцы падать, естественно, ребята. От этого никуда не денешься. Так, она сейчас еще захиляет всех. Да. Ладно, мы будем, ребят, с вами пыхтеть. Я знаю, что все здесь сейчас у меня... продуют, потому что они слабые. У меня только Ой-ой-ой-ой-ой, что это, что это? Нифига, он бросил холодильничек в нас. Да, остается только лишь вот такие вот, ребята, пляски делать и вызывать крыс, которые, опять же, ничего не нанесут. Очень слабые, ребята, атаки. Давайте хильнемся. Так, смотрите у нас что получается. Давай. Интересно, мы попадем или не попадем? Мы попали, Микеланджело готов. Ладно. Оу, бросает этого. Так, ну это ладно, хорошо, ребят. В кого? Крысиный король. Давай я еще, ребята, попробую захиляться Шредером. И так, что же нам дальше делать? Рафик будет ходить, ведь стопудово. Да, это удар, конечно, ни о чем. А если мы вот так попробуем?
Ну, в принципе, ребят, неплохо. Блин, они хотят мне его просто ухоркать. Слушай, давай встанем в провокацию. Так уж и быть. Пускай пульверизатор берет на себя эту ответственность. Так. Слушай, но оглушили. Так, если мы сейчас сделаем с вами добьем. Ну, Рафаэля в любом случае добьем. Я хочу, наверное, приступить к Леонардо. Так, выжил, выжил. Отлично, ребята. Смотри. Я... Так, погоди, вот теперь я сижу и думаю, что мне делать. Наверное, Рафаэля, потому что, ребята, у него... Оу, Шредер, ну ты порадовал меня сейчас в данный момент. Причем довольно неплохо порадовал. Так, а теперь... Ну-ка, давай, может, ты его пробьешь все-таки? Не получается, ребята, у него. А если пощечину? Тоже мимо. Ну, вот тогда Лео добьет. Так, слушайте, ребята, ну, за счет Эйприл я не переживаю вообще, нисколечко. Она слабенькая по физатаке, она только может хилять довольно хило. А мы ее пробиваем сейчас, скорее всего. Смотрите, ребята, с одним Лен... Я, слушай, я не думал, что пульверизатор выдержит в провокации удар. Причем он довольно хитро его выдержал, да? Практически не получил никакого урона. 37-я позиция, слушайте... Может быть, все-таки сделать один откатик, а? Не? Не надо? Ребят, я знаю, что вам тоже хочется, конечно, чтобы я не тратил это все. Я, наверное, не буду. Но что тогда мы с вами будем делать? Вот, погоди-ка, я что... А, уровень персонажа же мне нужно было поднять. Так, я хотел прокачать Микеланджело, да, еще на один левел. То есть, получается, ребята, у него 72-й. Шикарно. Так, ну что, это уже радует, ребята. Он приближается, да, к моим 75-76 уровням. На самом деле я хотел Леонардо прокачивать, насколько вы помните. Так, ну что, ребят, мы еще с вами зарабатываем сюрики. Так, одно ДНК на Рафаэля. Мы это, конечно же, все преобразуем в сюрикены. Так, и что, кстати, вы заметили, что мы давно с вами не повышали скиллы никому. Вообще никому не повышали, хотя я больше уверен, что они все около того, чтобы прапаться. Но давайте посмотрим, кто у нас тут, ну, ближайший. Ну, таких я не хочу, ребята, игроков. Вот Армагошу можно было бы, конечно, немножко. И вот у Паукуса, вот эту вот паутинку. И как мы видим, нужно 8 ящиков, да, с инструментами. Все у нас завязано на этих инструментах. Я заметил, очень многие скиллы именно за счет инструментов прокачиваются. Так, ну что у нас, ребята, по боевке именно в испытаниях? Что мы с вами можем здесь сделать? У нас 2 всего лишь телепорта. 2, ребята. То есть я могу... Этот уровень мы с вами не потянули, да, по-моему, в прошлый раз? Или у нас сыр кончился? По-моему, мы не потянули, да? У меня вот таких вот персонажей дают. Слушай, а дай-ка я попробую. Я попробую, ребята, еще разок. А вдруг получится? Кто его знает? 4 волны здесь. Я не спорю, да, 70 уровень. И все черепашки здесь, ребята, будут. Начинаем с зэка. Угу, и теперь... Слушай, ну, я знаю, что сейчас Микеланджело будет свою пляску. Свистопляску делать, естественно. Усилять свою команду на атаку именно. А не на что-нибудь. Ну, а мы тем временем, наверное... Давайте, наверное, уничтожим Леонардо. Попробуем, ребят. Эть, Рафаэль сейчас будет хилять. 100% вам говорю, он будет сейчас заниматься хилом. Если, конечно, успеет. А он успеет. Он успеет, хотя мы постепенный урон повесили. Так, ну что, достает пиццу, жрет, как говорится, и восстанавливает здоровье. Но не так сильно, как я думал. Я думал, что он полностью восстановит. Так, ладно, ребята. Бумс, блин, бедный Рокзар. Сейчас ведь упадет. Упадет, ребята, он, скорее всего. Так, минусанули. Слушай, а если мы с вами поставим дополнительную защиту? Нас это как-нибудь спасет? Должно же, по идее, спасти. Так, ракеточку выпускаем. Ой-ой-ой, он готов, ребята. Микеланджело, я думаю, погибнет от постепенного урона. Так, а Донателло? Так, тоже постепенный урон повесили. И когти давай бросим его. Что-то слабенько как-то. Так, давай попробуем вот так, ребята. Может быть, контратака на кого повесилась? Только лишь на Криса. Пинка ему дадим. И добьем. Ну ладно, ребята, ну я все суперудары потратил. Так что, ой. Так, ну здесь мы знаем прекрасно, что нужно в первую очередь уничтожать Донателло, который у нас, естественно, хиллер. Так, бомбочка пошла. Угу. Ну, Крис, не подведи, пожалуйста. Да ёпарсете. Оу, зэк, молодец. Вспомогаловка от зэка нас, ребята, сейчас круто выручила. Угу. Теперь, ребят, смотрим, что... Ой-ой-ой, сильный удар.
по Ваньке Сиранко досталось. Слушай, нужно нам... Я даже не знаю. Давай попробуем, наверное, Микеланджело убить. Отлично. И теперь нужно... Господи, мне маузеров неохота тратить. Так. Добьешь? Ай. А так, если... Пробил. Отлично, ребята. И этого охламона мы с вами сейчас тоже расчекрыжим. Ей! А, ну это ерунда, в принципе, ребят. У него месть стоит. А месть — это ерунда. Так, ну что, третья волна. Ух, вот эти вот самые мощные, ребята, черепашки. И самые тут зловредные, по-моему, Рафаэль. Они тут все вредные, если честно. Ну, у Рафаэля, вы помните, да, есть такой определенный скилл, когда он собирает коробочки от пиццы и отправляет нам в лицо. Довольно мощная атака. И он, наверное, ей успеет воспользоваться. Нет, не успеет. Рокзарчик, пожалуйста, не падай, радость моя. Блин, в провокацию не хочу его ставить. Я не хочу его ставить, ребят, в провокацию. Но они все равно в любом случае будут его атаковать, да? Так, я понял, что он делает. Так, что у нас тут? А, сейчас бросит свой этот... Слушай, пока живем, ребята. Хе-хе-хе, я ставлю еще раз себе дополнительную защиту. И бомбочку пока не буду использовать. Я думаю, что вот волну надо бы. Так, постепеночка повесилась. Эть, так, этот готов, ребята. И этого, наверное, мы с вами тоже добиваем. Так, он не падает еще. Эй, упал. Ну что же, ребята, последняя волна. О, здесь все очень довольно круто. Попробуем, ну, вот так вот. Ох, контратака. Ну что, начнем, наверное, с кого, ребята? Давай вот сюда бомбанем. Усиленная атака по нему идет. О, так, теперь пулеметная дробь. Мне все равно кажется, что одного из моих персонажей сейчас положит. Кого-нибудь все-таки... Эх, провокацию не хочу. Ребят, давайте-ка мы, наверное, уничтожим с вами Донателло из видения. Нет, не уничтожили. Он усиливает, да, команду? Усиливает, ускоряет. Ах, вот еще что, ребята, он делает. Отсрочку в смерти. Массовая атака. Ай. Так, ну ему сейчас, ребята, должно хана наступить. Столько сейчас... Я так рассчитывал пройти всеми персонажами, ребята. Вот серьезно вам говорю, так рассчитывал. Но много хочешь, мало получишь. Вот что я могу сказать. Всего лишь чуть-чуть нам не хватило. Но тем не менее, как вы видите, ребята, я этот уровень прошел. И кто мне там по реварду достанется? Давай-ка посмотрим. Ребята, Донателло ролевой, плюс 4 серебряных оску. Ох, ну слушай, не слабенько, я вам скажу, не слабенько. Ну, сами понимаете, что на эпизод 3 идти, ну, нет смысла. 80 уровни, вообще нет смысла. Если бы у меня здесь был бы, вот, предположим, вместо Ваньки и Рокзара Рафаэль, да, и Леонардо, я еще подумал бы, и то, не знаю, ребят, засомневался бы. Слушай, ну пока у нас еще есть время, давайте попробуем с вами поиграть. Ну, докуда дойдем, все равно мы, как говорится, ничего не теряем от этого. Так, секунду, где у нас испытание там, как оно называется-то? В приключении, да? Смятение из другого измерения. Будем пытаться здесь что-нибудь, ребята, сотворить. Чудо какое-нибудь, я не знаю. Так, тут 78-79 уровень. И мы, знаете, что с вами сделаем? Немножко по-хитрому. Так, а сколько там волн? Там одна или сколько? Я вот не помню, если честно, сколько там волн у нас идет. Но давай-ка мы возьмем, наверное, Микеланджело сюда возьмем и Леонардо. Нам кто нужен? Нам... Так, у нас два хила. Блин, неужели придется всех брать? Давай зэка возьмем. Попробуем, ребята. Так, тут две волны у нас. Да куда дойдем, ребят? Да туда дойдем. Я не говорю, что тут какие-то будут у нас заоблачные результаты. Так что не обольщайтесь. Просто так, хочется мне поиграть. Так, слушай, ну почему? Ну я понимаю, да, 77 уровень, там все дела. Да, ребят, я даже похиляться не смогу, прикинь. Я даже не смогу похиляться. А знаешь, почему не смогу похиляться? Потому что у меня даже... Давай так сделаем. Давай хотя бы так сделаем. Возьмем в провокацию. Этого халабуду мы добьем. И остается у нас зэк. Да как же он, смотри, бомбит-то мощно. 78 уровня. О, наконец-то мы можем захиляться с вами маленечко. Ну. Так, это меня вполне, ребята, устраивает. Пробивной, нет? Пробили. Так, кто у нас тут? Бакстер, муха, да? И саблезуб. Естественно, начнем, наверное, мы вот с саблезуба. Так, бомбочку обязательно бросим. Ой. А что это так кисло-то у нас получилось все, ребят? На самом деле, вот то, что я трачу вот эти вот уклонения, да, на следующем уровне, ребята, этого всего у меня уже не будет. Будут сплошные откатики. Так, два ниндзя упали.
Смотри-ка, они промахиваются. Ну, естественно. Естественно, муха хиляться будет. Что он еще может сделать? Так, в кого луч? В Бакстер Стокмана, да? Хиляться я, наверное, пока не буду, ребята. Я оставлю отхил себе. Он мне, думаю, еще пригодится на следующем этапе. А пока попробуем просто вот так вот пробить их всех. Да, придется тратить свои суперудары. А что поделаешь? Мы промахнулись. Так, что ты, в кого там бросаешь-то свою пробирку? И главное, срабатывает у него. А, тут же 79-80 уровень. Довольно некисло. Я боюсь представить, ребята, что там дальше будет у нас. Да ладно тебе, хорош, успокойся. Минусанули. Так, муха, ну ты же, по идее, навозная. Ты очень слабо бьешь. Должна, по идее, слабо бить. Но она что-то брыкается. Я, по-моему, ребята, сейчас ему крылышки-то подрежу. Да. Привяжу его ножку к ниточке и буду бегать как с вертолетиком. Отлично. Ну что, мы прошли, ребята, этот этапчик. И давайте двигаться с вами тогда далее. Ух, напряженно, напряженно, ничего не могу сказать. Так, и следующий у нас вот этот вот этап. Тут, ой, тут тоже хватает, ребята, всякой шелупени. Я даже не знаю, вот видите, можно, ребята, здесь потратить, кстати, доллары, чтобы, например, восстановить здоровье нашим героям. Понимаешь, да, о чем я говорю? Но я попытаюсь все-таки их захилять нашими кем? Нашим одним хилом от Леонардо. Смотри, у них какая инициатива. Господи. Естественно, они начинают первыми. Они всегда рулят первыми. Что за бред? Так, Ксивер Монтес, успокойся, пожалуйста. Ну что, ребята, я трачу хил. Трачу хил осознанно. Так. Я думаю, что пока без провокаций мы с вами обойдемся. Давайте Маузера не положили, к сожалению. Так, минус. Так, этого добиваем. И остается лишь Ксевьер Монтес. Так, Лео, держись. Посмотри, ребята, Леонардо у меня 85 уровня. Как он его пробивает? С какого ты лешего его так пробиваешь? Хорошо, что у нас стоит, ребята, отхил, да? Вероятность отхила есть при атаке. Да ладно тебе, мажем еще. А он не мажет, ребята, он попадает. Ну и тут у нас, ребята, вторая волна. Мутагеноид, крип. Давай начнем с вертушки, я думаю. Да? Так, бросим бомбочку. Маузеры должны упасть. Так, а теперь давай, наверное, будем... Крипа, да? Попробую, ребята, с крипа начать. Бомбанем. Так, минус крип и остается мутагеноид. Пробьем мы его так. Е! Слушай, ну вот еще одно, ребята, испытание у нас пройдено. Мы с вами двигаемся далее. Зато бойцы у меня, по крайней мере, все восстановили себе здоровье. Так, кто у нас там следующий идет по программе дня? Давай посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, 80-й, ребята, уровни. 80-й, тут и Шреддер. Ох ты, господи, смогу ли я тут... Как там писали мне? А я прошел испытание. Вот мне вчера буквально писали в комментах, ребята. А я прошел испытание. Как ты прошел, парень? Поделись опытом. Я не знаю, как это можно сделать. Может быть, вместо Железноголового взять Микеланджело? Но я боюсь, ребята, его тут распишут. Ой, у нас закончился. У нас, ребята, закончилась энергия. То есть пицца. Блин, только раздухарился, а? Слушай, интересно, а здесь же можно, вот, например, не собирая вот этого, сразу пойти сюда? Можно ведь, я думаю, да? Ладно, ребятушки, наверное, я не буду сбрасывать. Остается у нас все это как есть. И в следующей серии мы попробуем, может быть, еще немножко дальше продвинуться. Может быть, здесь Шреддер заработаем. Или здесь команда Шреддера. Так, как вот здесь вот команда черепашек-ниндзя. Здесь, наверное, будет команда Шреддера. Это, естественно, Бибоп, Рокстеди. И, наверное, здесь будет и Крэнк. Не знаю, ребята. Но факт то, что 12 миссий из 60 у нас с вами пройдено. Хотя это не 12 миссий, а это, скорее всего, 12 звездочек у нас заработано, да, из 60. То есть 60, это получаем вот этот сундучок, да. Потом там, наверное, 120 вот этот вот. И 240, наверное, вот этот золотой сундук. В данный момент у меня пока 4 сундучка. Ну что, дорогие друзья, пока нам больше и нечего делать. Энергии нету на турнирной арене. Вы прекрасно знаете, что я в Лиге Сигунов на 33-м ранге. Очень немножечко не хватило до мастера нам. Но не забывайте, что завтра еще будет пару часиков. Я приду с работы с утра и попробую все-таки разрулить. Ну а вы пишите в комментах, снимать ли мне эту серию или не снимать. Ну а на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!